свидетельство, и Синтрада свидетельствует, что у него, что произошло в четверг. Значит, на левом глазу сделали где-то три года назад, сделали операцию, ну, катаракта, естественно. Вот. И иду проверить, и говорят, это просто повторно, катаракта. Я говорю, ну, сколько времени вы говорили, так уверенно о том, что все, вы забудете, будет 100% зрение до конца дней ваших. Я так радовалась. А потом смотрю, а правый глаз совершенно, прямо тьма, переменная, я совершенно не видела. А этот лучше, конечно, гораздо лучше. И чисточку сделали на левом глазу. И закапывала я затем, когда я пошла, проверила, говорит, ну, лучше гораздо. А в четверг я пошла на служение и молила за меня церковь. И пастор говорит, закрывайте тот глаз, а потом тот. Думаю, ну, этот я закрываю, ну, как будто нормально, всех как-то видела, но не так, все равно было видно. А потом, уже к концу, я чувствую, что, ну, совершенно я хорошо вижу уже этим глазом. А меня тоже не волнует и правый глаз, потому что там сплошная пелена. И я закрываю глаз этот. Пастор говорит, закрывайте этот. Я видела там четыре окошечка, да, было там вверху. Я видела только вот свет, и людей, и кто-то тут махал рукой, думаю, ну, так я совершенно не видела. Даже вот врач этот держал руку, говорит, сколько пальцев, я не видела. А потом уже вот в этот раз я увидела на небольшом расстоянии, а потом и дальше я видела уже как бы более четче. Пять пальцев, потом люди ходили и дальше. Ну, короче, это я считаю, что это слава Богу, потому что... Вот. И потому я считаю, что это слава Богу, мне так Господь совершил, почему что ты думаешь, Боже, как же, ну, страшно, когда остаешься, когда не видишь. Я говорю, Господь, ты же пришел для того, чтобы слепые стали зрячими. Это слово твое говорит, а ты верен в слово. И потому я стою на службе, подаю слово твое живое и действенное, потому слава Богу, возможно, это процесс, и я вижу, что это процесс. Ну, как бы по-разному, Господь знает, кому, когда и как. Вот. А сколько лет у вас слепой был? Семь лет у тебя был слепой глаз. И вот в четверг, вот вчера мы молились, мы все протягивали руку, молились. И Бог совершил чудо. Этот глаз стал зрячим. Аллилуйя. И Бог продолжает свою терапию. Ну, это просто удивительно. Друзья, это очень вдохновляющее чудо. Вы знаете, что, ну, такова реальность, что люди своими силами не могут многие вещи делать. Но Бог может. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Мы воздаем тебе всю славу. Артём, Слава Богу. Я также вчера...